Я рад приветствовать всех зрителей сегодняшней онлайн-трансляции Экофеста. Несмотря на необычный формат, я уверен, что мы, как и каждый год, сможем по достоинству оценить масштабы развития SkyWay. Для начала я хочу поблагодарить Анатолия Эдуардовича Юницкого за ежегодный обзор главных достижений проекта и самых важных планов на следующий год. Рост производства, развитие в Объединенных Арабских Эмиратах, улучшение технологий. На протяжении последнего года наша команда делала все возможное, чтобы помочь вам реализовывать эти достижения. Я абсолютно уверен, что нашими совместными усилиями мы сможем подготовить к реализации первые адресные проекты в следующем году. Со своей стороны я хочу сказать, что за этот год мы в SkyWall Community также достигли значительных результатов, которые помогают все большему числу людей узнавать о SkyWay и участвовать в проекте. Так, в этом году число партнеров проекта в нашей компании достигло 52 тысяч человек. Это люди, которые не только поддержали SkyWay, но и решили поделиться знаниями о проекте, чтобы привлечь новых инвесторов к созданию безопасного и надежного будущего. Специально для обучения партнеров мы создали отдельный раздел в личном кабинете. Чтобы участники проекта могли удобнее отслеживать свои инвестиции и новости SkyWay, мы разработали и выпустили мобильное приложение SkyWall Community. В первые месяцы работы его установили более 6 тысяч человек. Отдельно хочу отметить новое инвестиционное предложение Faces of the Future, которое позволяет инвестору получить голограмму в центре испытаний SkyWay в Беларуси. Сегодня, когда мы находимся на завершающих этапах развития проекта, такое предложение дает возможность буквально войти в историю развития струнных технологий и получить высокий дисконт. Несмотря на последствия коронавируса по всему миру, в этом году мы смогли максимально быстро адаптироваться к дистанционной работе с инвесторами и партнерами. Мы провели более 5000 часов онлайн-трансляций, вебинаров и консультаций. Мы делали все, что в наших силах, чтобы SkyWay смог преодолеть эти сложные времена. Как и разработчики SkyWay, мы каждый день активно работали, чтобы помочь воплотить достижения, которые вы видите сегодня. Центр испытаний в Шарже, модернизация технологий, адресные проекты – все это воодушевляет нас и помогает нам поддерживать и увеличивать темпы работы. В этом году мы с вами не смогли лично встретиться на Экофесте в Мариной Горке, но это не значит, что мы не можем поделиться друг с другом настроением Экофеста. Специально для этого мы подготовили небольшой сюрприз – Instagram-маску, с помощью которой любой желающий из любой точки мира может сделать фото или записать видео на фоне экотехнопарка. Предлагаю посмотреть небольшой ролик о том, как это работает. Еще раз спасибо, Анатолий Эдуардович, за ваше выступление и за возможность обратиться к тысячам инвесторов SkyWay. Я поздравляю всех участников проекта с теми результатами, которых мы достигли в этом году. Это стало возможно благодаря каждому из вас. Спасибо вам. В заключение я хочу передать слово нашим партнерам. Напомню, что инвесторы SkyWay есть в более чем в 200 странах мира. От Португалии до Японии, от Швеции до Аргентины люди поддерживают технологию струнного транспорта. И я предлагаю послушать их слова о том, почему они это делают. Try SkyWay! Экономичный и безопасный транспорт SkyWay! Ура!
Global Star Club. Возможности безграничны.